Заместитель мэра Иркутского района Игорь Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, чиновник вместе с начальником отдела капитального строительства Комитета по управлению муниципальным имуществом районной администрации получили около 13 миллионов рублей от генерального директора строительной компании. Подрядчик выполнял строительство школы детского сада в поселке Большое Голоусное. Торжественное открытие учреждения состоялось буквально месяц назад. Установлено, что взятка была получена должностными лицами в размере не менее 13 миллионов рублей. Она предназначалась за общее покровительство подрядчика при проведении подрядных работ по муниципальному контракту. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. В квартирах и на рабочих местах проведены обыски. Изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела продолжается.